бани тука на видео. Ну да. А вы хотите, чтобы бани дали было? Ну да, ну да. Это все значит бюрократические заговорки. Тем более у нас частный сектор, там, что у каждого ванна стоит, ну, да. Частный дом, да? Попариться, помыться. Ну да. А так три бани получается. И плюс железнодорожная маленькая. Ну ясно. Суббота, воскресенье. В субботу женщины может сказать, мужики. Она маленькая. Мужики воскресенье. Вот и все. Главное хотите. Потому что солдаты перестали. Ну да. Там стабильно. Четверо это их, не понимаю. Ну да, ну да. Остальные все пять субботы, воскресенье. Ну что, неплохо. Невыгодным стало или что? Наверное, невыгодно стало. Придумали там. Стена там трещина большая, что-то там я как бы начал развалить. Трещина в стене, да? Ну, значит, надо знать. Ну, один у нас тоже много у нас. Европа. Ну, ясно. За родину кинотеатр, знаешь. Что-то уже забить. Стоянки базировать. Это самое. Магазин был. Евро 1500 квадратных метров. Ну это небольшой, конечно. Ну так прилично. Ну будет. Тоже хорошо, да. Если поменьше, есть. Лишь бы деньги. Да, лишь бы деньги. Лишь бы деньги были, да. Если бы были, да. Да. Цены такие, может, как и у вас, понимаете? Ну, ясно. Не, ну, берут, бывает, целый лет, ну, так, может, на месяц. Ну, да. Получил деньги на месяц, если семья, допустим, дети. Фонтан интересный. Ну, да. Фотографились. Алена же приезжала. Алена Молодечна тоже приезжала? Да, да. Они сразу с электричкой поехали вниз. Ну, в Твой фонтан сфотографировали. Сад камней не захотел, я или сам забыл, не помню. Да? Интересно. А человек, почему сад камней? Там с камнем все натурально сделано, ну, понимаешь? Ясно. Скульптуры типа разные, как они там ермазными какими-то... Ну, да. Насквозь рука прорвать, дырка, ну, камень, да, во! Да. И туда будет. Потом есть типа как с клавишами музыкальными, ну, да. Сделано прямо похоже, типа как пианино. Прикольно. С камнем, ну, прикольно. Бабянин какой-то. Куптежи. Так, типа саксофон. Такой, да. Тоже с камня. Фигуры интересные. Ну, не так много их там.